Приветствую каждого зрителя на своем канале. Меня зовут Юлиана. Что такое зеркальное время и как вы можете его использовать себе во благо? В сегодняшнем видео и все узнаете. Зеркальное время в астрологии представляет собой концепцию, основанную на идее, что события, происходящие в определенный момент времени, могут повторяться в будущем или отражаться в прошлом. Это понятие сильно влияет на практику астрологии, поскольку она открывает возможности предсказания, анализа и использования информации для личного развития и благосостояния. Зеркальное время основывается на том, что в определенные моменты жизни человека происходят запланированные события, которые оставляют свой отпечаток или след. Эти моменты могут быть связаны с особыми астрологическими влияниями, такими как позиция планет или аспекты между планетами, когда подобные влияния снова появляются в будущем или отражаются в прошлом. Это может привести к появлению чередующих событий или энергетических воздействий. Использование зеркального времени в астрологии позволяет людям проникнуться глубоким пониманием их сущности и связи между событиями в жизни. Оно помогает обратить внимание на главные обстоятельства, которые повторяются в судьбе. Поэтому есть шансы использовать эту информацию для улучшения самосознания, также сильных и слабых сторон, а также для личного роста. Как использовать зеркальное время для собственного блага? Первый способ использования зеркального времени – это анализ периодов жизни человека, которые схожи с предыдущими или будущими периодами. Когда произошли или могут произойти события определенного характера, это может быть связано с любовными отношениями, работой, финансами или другими аспектами человеческой жизни. Изучение актуальных астрологических факторов и сравнение их с предыдущими периодами способно помочь людям понять, какие тенденции или события могут повториться в будущем, а также что можно сделать, чтобы повлиять на эти события и обеспечить долгожданное благополучие. Второй способ расхода зеркального времени состоит в поиске и анализе периодов, когда прошлые события или энергетические влияния снова появляются в жизни любого человека. Это может помочь осознать поведенческие и эмоциональные реакции на происходящие события и найти способы изменить человеческое отношение и поведение. Каждый человек способен использовать данную информацию для преодоления прошлых проблем, нерешенных вопросов и личного роста. Стоит понимать, что зеркальное время не является абсолютной формой предсказания или законом последовательности. Оно служит в качестве инструмента развития и самонаблюдения, который помогает лучше понять себя и мир, в котором живет все человечество. Упражнения и практики, связанные с зеркальным временем, являются вспомогательными для роста и развития каждой личности. Но нужно не забывать, что только человек создает свою судьбу и выбирает собственный путь. Зеркальное время представляет собой мощный рычаг управления, которым возможно управлять, чтобы лучше понять себя и свою судьбу. Особенное время позволяет обратить внимание на сюжеты и темы, повторяющиеся в жизни, а в дальнейшем использовать эту информацию для личного развития и благосостояния. Это великолепный способ углубить понимание о самих себе и взаимоотношениях людей с окружающим миром. Если вы часто сталкиваетесь с зеркальным временем, вы можете его использовать себе во благо. В этот момент, когда вы видите зеркальное время, достаточно просто сосредоточиться на том аспекте, который вас волнует в первую очередь. Возможно, вас волнует работа, либо отношения, либо денежные вопросы. Вот в этот момент подумайте либо о проблеме, либо о том, что вы хотите получить прямо сейчас. А после, смотря на зеркальное время, вам нужно сказать такие слова. «В зеркальное время я вступаю, меж мирами границу открываю. Пусть мой путь открывается передо мной. Мое время наступает и все загаданное подарит». Вот говорим один раз. Этого будет достаточно. Все. Далее вы посмотрите, что, используя зеркальное время своей жизни, вы многое поменяете.